Вива детский сад! Вива детский сад! Здравствуйте! Сегодня в детском садике «Сказка» проходит наш третий съемочный день. И мы познакомились с настоящей царевной лягушкой, то есть с Валентиной Гурьевной Комлевой, музыкальным руководителем. Скажите, Валентина Гурьевна, а часто ли в вашем садике происходят чудеса? Ну, конечно, ведь у нас сказка, а в сказке каждый день чудеса. И мы сегодня на самом деле насмотрелись чудес. Скажите, Валентина Гурьевна, а вы очень волнуетесь, совершая чудеса? Конечно, ведь надо, чтобы они вышли красивыми, чтобы сказка была всегда добрая. Большое спасибо, уважаемые зрители. Абсолютно все визитки детских садов вы сможете увидеть в Доме культуры 20 декабря на нашем гала-концерте.